Не могу отойти от шока. Мы только что сняли эту 100-килограммовую хрень. Мне рука до сих пор дрожит. Как мы ее снимали? Витя не хотел снимать на камеру, кажется, не раздражать телефон. Я готовилась вдвоем, вставили две лестницы. Она весит где-то 100 килограмм, ребят. Нет, конечно. Где-то 70, наверное, весит, точно. Вообще ее сдвинуть очень... Это кусок бетона такого, что... Вообще ее нереально даже... Вообще она капец какая тяжелая. А это может быть меньше, или это такая же тяжелая, да? Вроде чуть поменьше. Чуть поменьше, слава богу, потому что более тяжелая была. Господи, как мы ее снимали, это была жесть. Мне руки вот дрожат, до сих пор дрожат руки. Жалко, что вы это не видели, я здесь кричала, как бешеная, ненормальная. Готовилась где-то минут 10. Видите, давай, пробуем. Подожди. Капец был какой-то. Мы справились. Нужно два мужика, чтобы снимала. Они трусливая женщина.